Владимир Владимирович, вы только что из Австрии. Неужели вам не нравится австрийская партийная система? Партия консерваторы и социал-демократы, и одна из правоцентристских. Давайте у нас так же сделаем. Консерваторы «Единая Россия», объединенные левые социал-демократы и ЛДПР. И к выборам в Госдуму должны допускаться только те партии, у которых 100 тысяч членов и 100 депутатов любого уровня в больше половины субъектов. Нормальная европейская демократия. Давайте пойдем в нашей политической системе по австрийскому пути.